Провести 6 часов у плиты для повара детского сада Ленёнок Ларисы Сысуевой – вполне выполнимая задача. Супы и запеканки, салаты и выпечка – каждое блюдо должно быть вкусным и полезным, особенно когда главные дегустаторы – дети. Тут без любви к профессии и творческого подхода к делу не обойтись. Рабочий день Ларисы Сысуевой начинается рано. В 6 утра повар уже на ногах. Пока нагреваются плиты, женщина раскладывает ингредиенты и нужную для приготовления посуду. Принимается за нарезку. Пока повар рассказывает о себе, на плите будто по волшебству оказывается кастрюля с борщом, а по кухне витают ароматы почти готового азу. Сноровки повару не занимать, да и большой профессиональный опыт выручает. Лариса Сергеевна до прихода в детский сад работала поваром в сфере общепита. В Ленёнок я попала в 17 году. До этого я работала поваром по вахте. Работала, и пришлось... Уже и возраст у меня уже не тот, который был летать. И пришлось поменять сферу. Пришла в Ленёнок. Борщ кубанский, его особенность светла, что нарезается соломкой. Рецептура блюд для детского сада строго регламентирована. В технологических картах приведены нормы веса компонентов, калорийность, содержание углеводов, жиров и белков. Учитывает повар и особенности каждого из воспитанников детсада. У некоторых деток молочко не могут, вот чай, чисто только чай, без молока. У кого-то есть аллергия на какао. Также у кого-то есть на томаты, что вот на красное, допустим, только чисто без томата. Также морковочку мы ложим, лучок, но без томатов. Еда, приготовленная по технологическим картам, должна и может быть вкусной. Главное – подходить к делу творчески и с любовью, считает Лариса Сысуева. А воспитанники детского сада оценивают старания повара по достоинству. Я ем в садике все, а особенно я люблю творожную запеканку. Из супов я люблю рассольник и борщ, а из салатов люблю винегрет и огурцы с помидорами. А еще в нашем саду очень вкусная выпечка. Когда всем приносят рыбу, мне приносят замену мяса, потому что у меня аллергия на рыбу. Профессионализм Ларисы Сергеевны отмечают и ее коллеги. Быстрая в работе, собранная, аккуратная и принимает участие даже в творческих у нас таких мероприятиях, как «Блинная фантазия», какие-то конкурсы, в которых нужно показать свое профессиональное мастерство. Лариса Сергеевна признается, когда готовит, всегда представляет себя на месте тех, кто будет есть эту пищу. Поэтому все делает с душой. Говорит, что только при таком отношении блюда будут и качественны, и вкусны. Ну а лучшей своей наградой считает слова воспитателя. Сегодня ребята все съели. Анна Мария, Виталий Сидняев, новости Муравленко.